день, друзья! С вами Кора в Мегаполисе. Сегодня продолжаю рассказ о своих перепелах. Вот, и Ростислав Маргуненко написал мне в комментариях под прошлым видео. Жаль, что не взвесили яйца от техасцев. Вот от этих техасцев, которые выведены из яйца Виктории Шутовой. Вот, но они еще разносятся, скажу я вам, друзья. Я в субботу закладывал яйцо, и в том числе от них тоже взял. Ну, сейчас хотите, я вот весы приготовил, сейчас прям вот отсюда возьмем яйцо. Конечно, и мелкие тут попадаются еще, они вот только заносятся, кто-то из них. Сейчас вот посмотрим, сколько мелкие, например, яйца весят. Вот ноль на весах, кладем 11 грамм яйцо, вот видите, сейчас второе положим, 10 грамм, ну, пока мелкие, но, в принципе, на инкубацию можем набрать, сейчас взвесим, ну, те вот, которые визуально выглядят крупненькими, мы с вами взвесим, посмотрим средний вес яйца, 10 штучек сейчас с вами возьмем вот прямо отсюда и взвесим. Так, 0 на весах, да? Вот 4. Так, так, так. Выбираем более-менее такие приглядные, ну, по весу, чтобы они были нормальные. Так, 5, 6, 7, 8. Так, 8 здесь. Да, 8. 8. 9. Вот это вот еще возьмем. Вот 10 яиц. 13,4 грамма. Средний вес яйца. В принципе, нормально. Сейчас для сравнения вот от моих техасиков тоже взвесим. Посмотрим, сколько они весят. Так, ну возьмем эти яйца, сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре. Вот они тут еще у меня несутся. Так, пять. Ай, разбито. Пять, шесть, семь. Более-менее. Уже идет яйцо. Видите, всякое разное. Проблемные, в принципе, вот пигментация. Не айс. Так, 6, 7, 8, 9. Ну, еще одну вот возьмем. 10. Ну, тоже такой же вес, видите? 13,6 грамма. На инкубацию, понятное дело, мы выбираем яйцо лучшее из лучших. Кстати, вот яйцо феникса серебристого мы с вами не взвешивали. Вот здесь сейчас 10 не будет, но я уже, честно сказать, домой отнес от них сегодняшнее яйцо, чтобы доложить в инкубатор. И я вам покажу ранее снятый этот отрывочек для этого ролика, где я взвешивал яйцо от феникса серебристого. Вот. Ну и от своих фениксов. Да, кстати, вот хотел показать, что феи жемчужные несет прекрасные 16-граммовые яйца. В общем, вообще я птичкой прям доволен. От феи жемчужной я яйцо тоже заложил. Вот сейчас я вам покажу, что вот яйцо у них достаточно крупное. Ну вот прям видно, что это крупные яйца. Кладем. Вот видите, 16 грамм. Другое. 15 грамм. Ну, вот такие веса показывают мои птички. Так, а сейчас, наверное, мы к инкубатору пройдем и там закончим уже этот сюжет. Вот решил проиллюстрировать яйцо феникса серебристого. Средний вес 14,5 грамм. Здесь 10 штук. Можете даже посчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
И это 10-е. Ну, яйцо от 14 до 16 грамм. 16-граммовые, конечно, там с трудом в ячейке помещаются. Вот. Но, тем не менее, я их туда впихиваю. Вот, сейчас взвесим яйца от феникса золотистого моего. Теперь вот взвешиваю яйца от своих фениксов. Это уже золотистые. Ну вот, как и в предыдущем ролике, ну, вес такой же, видите, 148 грамм. Ну вот, мы возле инкубатора. Заложил я не полный его. Вот, видно. Нижний лоток — это фениксы мои и техасцы. Вот, старался выбирать яйца 14-15 грамм. Ну вот, кстати, хотел показать. 16-граммовые, к сожалению, вот в эти стандартные ячейки. Ну, хотя вот видно тоже, вот 16-граммовые, вот все-таки есть. Вот там, там, вон, да. Пихнуть мне их удалось. Ну вот в основном они потом выпадают. Лоток я один только поставил. Ну вот в этом лотке, в принципе, такие 16-граммовые яйца присутствуют. Но вот в эти ячейки, в общем, не вставляются. Вот. И чем вот это отличается, инкубация, от всех прошлых? Ну, в общем, я заложил здесь техасцев своих и викинах. Получилось у меня, кстати, викино яйцо я собирал все подряд. Средний вес у меня вышел 12,5 грамм яйца. Вот, видно будет, почему я решил заложить все яйца. Я сейчас скажу. Я, кстати, вот в один из лотков, вот сверху этот второй лоток, по-моему, он что ли? Да. Для... Не то, что эксперимент, обычно я такие яйца не закладываю. Ну, говорю, вот стараюсь яйца закладывать 14-15 грамм, чтобы цыплятки были хорошие. И в этот раз я те яйца, которые я обычно отбраковываю, 12-граммовые, вот сейчас очень их много от молодежи, вот, я собрал и в отдельный лоток их поместил. Вот второй снизу лоток, это 12-граммовые яйца. Решил посмотреть, какие цыплята из них выведутся. Вот. Но я никогда не закладывал такие маленькие яйца. И думаю, их отдельно в брудере, в отдельном брудере их буду выращивать. И посмотрю, какая будет динамика роста. Возможно ли, что из мелкого яйца, ну, цыплятки будут хорошие. Так думаю, недельки две их подращу, посмотрю, какие результаты. Если не будут отставать особо от основной массы, то оставлю, а если нет, ну, уберу, без сожаления. В общем, решил поэкспериментировать. Вот, ну, в общем, друзья, вот теперь точно последняя, вернее, крайняя закладка в этом году у меня. Перепела. Ну, здесь получилось у меня порядка 400 яиц. Ну, возможно, чуть больше. Вот. Ну, о результатах сообщу дополнительно. Всем удачи, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал Кур в Мегаполисе и оставайтесь с нами.